танкиста, три веселых друга. Песня. Сюда только сюда. Как вы думаете, какой цветочек уже отцвел? Как он называется, вот этот? Вот этот. Красный. Нет, красный, который в серединке лепесток. Роза! Вот, умничка, Мария. Да. Ребята, а видите большой куст посередине? Да. И у него уже такие почки. Знаете, как это растение называется? Да. Ребята, да. А вот посмотрите, вокруг все клумбы, ребята, вокруг всей клумбы розовые и белые красивые цветочки растут. Знаете, как они называются? Маргаритки. Маргаритки. Вам нравятся наши цветочки? Многие из них, ребята, еще не выросли. Они будут скоро тоже расти большими и распускаться. И мы скоро на эту клумбу посадим розы наши, которые в группе. Хорошо? Да. А теперь, мои хорошие, идемте дальше на площадочку. Идемте со мной. А сейчас, ребята, я начинаю игру. Смотрите все на меня. Я бросаю, так как я ведущая, кому-то мяч. А мяч у нас горячая картошка. Долго ее держать нельзя. Конечно. Тот, кто не успеет сварить горячую картошку, тот становится сюда. Бросай, быстрее, быстрее. О, Ангелина, все. Ангелина ко мне становится. Быстрее, Юра, горячая картошка. Опа, а я уже вышла. Поехали, ребята.
Посмотрели. Знаете, где дети это угощение? Слушайте внимательно. Я видела утром, его закопали глубоко-глубоко. Но я видела, что там вкусное лежит. У нас есть лопата. Мы возьмем эту лопату, она находится в подвале. И откопаем этот клад. Да, Артур? Да! Он нам придет. Дети, а мы поделимся со всеми этим кладом? Да! И даже гостям дадим? Да! И пожалеете? Да! И Марине Юрьевне? Да! Вы не жадны? Нет! Нет! Тогда я все заберу. С вами, ребята, возьмем лопату, сходим в руку. Вот клад, где еще есть люкчи, здесь микобы есть, тут много. Куда вы пчелы? Хорошо. А где лопата? Где лопата? Так, ребята. Давай. А расскажи, как зовут твоих воспитателей? Тана Ивановна. И Марина Юрьевна, да? А как помощницу воспитателя зовут? Да? Хорошо. А теперь расскажи, чем ты любишь заниматься в садике? Тетрадки заниматься. Писать, да? А еще чем ты любишь? Рисовать. А в куклы ты играешь? Хорошо. А с кем ты дружишь? С Викой. Только с Викой с одной? И с Настей. Ты с Настей дружишь. Школу ты хорошо. А в школу ты хочешь идти? Хочешь? Что ты будешь в школе делать, как ты думаешь? Заниматься. И математика там будет. А еще какие уроки будут? Какие будут уроки? Чтение, наверное, да? Да, писать. Угу, хорошо. Помаши маме ручку. Ага. Дима, расскажи какое-нибудь стихотворение, какое ты знаешь. Жили в садике мы дружно, ну прощаться все же нужно. Всем спасибо говорим и за все благодарим. Все, да? Хорошо. А ты хочешь в школу идти? Да. Сколько тебе лет? 6 лет. А когда уже будете покупать портфель там? Ну, будешь готовиться скоро в школу, да? А что в школе будет интересного? Учиться. Какие будут уроки? Ну, там всякие. Математику. Задавать. И математику. Да, хорошо. А у тебя дома братик или сестричка есть? Никого нету, ты один? Да? Как маму зовут? А как маму зовут? Расскажи, как папу зовут? Моего папу зовут Руслан, а маму Наташа. Хорошо. Передай маме и папе привет в камеру. Все. С кем ты дружишь в детском саду? Я дружу с Егором. С одним Егором, а больше ни с кем не дружишь? Нет? Нет, дружу вообще. С кем? Расскажи. А из девочек с кем ты дружишь? А? С девочек с Русланом. С кем ты? С Викой дружу. Со Соней. Куда с основным? И с этой как. Ну ладно, хорошо, вспомнишь потом. А расскажи, чем ты любишь в садике заниматься? В какие игры играть? Да? А в машинки ты любишь играть? Специальные такие машинки, да? А чем ты дома занимаешься? Дома у меня есть такая игра. Какая игра? Не знаю.
Незнайка, да? Она интересная? У тебя братик или сестричка есть? Нету, ты один. Помаши маме и папе ручкой камеру. Помаши. Идет запись. Так. Расскажи, как маму зовут? Маму зовут Олеся. Моему папе